Одним из распространенных заблуждений относительно истории Второй мировой войны является мнение, что на ее начальном этапе немцы одерживали победы с помощью танковых сил, превосходящих французские, британские и советские. Масштабы одержанных германскими войсками побед в 1939-1941 годах требуют объяснений, из которых превосходство танковых сил, возможно, является наиболее простым и понятным. Значительное количество танков и передовые технологии, без сомнения, говорят сами за себя. Безусловно, огромную роль сыграли образы, навеянные пропагандой. Съемки, выполненные операторами для выпуска в кинохронике 50 лет назад, создавали образ непобедимой германской армии. Зрители находились под впечатлением сцен, где танки победным маршем проходили по дорогам, обочины которых были завалены разбитой союзной техникой. Улыбающиеся танкисты гордо демонстрировали свою работу. Впечатление усилилось сообщениями о подавляющем превосходстве, достигнутом за счет действий мобильных соединений. Тщательно отбирались кадры. Прежде всего на экраны впадали более современные Т-3 и Т-4, являвшиеся символом германской военной мощи. На самом деле все было совсем по-другому и далеко не так просто. Количественное превосходство германские танки имели только в действиях против Польши. Во Франции и России силы были примерно равны, или же наоборот, противник превосходил немцев. Не существовало и качественного превосходства, потому что в течение первых 2 лет войны основную массу германских танков составляли легкие машины, которые оказались устаревшими еще до начала военных действий. Успех приносило прежде всего совершенно новое применение танковых сил. Чтобы понять, как все это произошло, необходимо проследить эволюцию германских легких танков, их действия в составе танковых частей. Многие немцы даже не пытались найти объяснение поражению в ноябре 1918 года. По выражению британского премьер-министра Ллойд Джорджа, итог был закономерным. Германия и ее союзники были побеждены на поле боя. Поражение германской армии привело к заключению Версальского договора. Франция была просто одержима желанием уничтожить окончательно германскую военную мощь. Договор предусматривал значительное сокращение числа военнослужащих, вводя германскую армию на один уровень с армией мелких государств. Флот, являвшийся гордостью кайзера Вильгельма, был отведен в Скапа-Флоу. Немцам было оставлено несколько кораблей для ведения береговой обороны. Подводный флот, чуть было не добившийся победы над Британией, был уничтожен. Восстанавливать его было запрещено. Еще одним достижением Первой мировой войны стало развитие авиации, которая к 1918 году превратилась в серьезную силу, на равных с другими видами войск, участвуя в операциях. Германии было запрещено иметь военно-воздушные силы и заниматься разработкой военных самолетов. Все имеющиеся самолеты подлежали уничтожению. Германским вооруженным силам также было запрещено иметь в своем составе еще один вид оружия, совершенно нового, появившегося в ходе войны. Ко времени заключения перемирия танк находился в строю лишь около 2 лет, но даже за это короткое время он доказал свой потенциал. Пока еще примитивные технологии не позволяли назвать танк победителем в войне, но без сомнения было ясно, что применение танков оказало соответствующее действие на германских специалистов. Влияние танка на исход наземных боевых действий не было значительным, но угадывалась его будущая роль, эволюция позиционной войны, развитие активных действий мобильных соединений. Все это понимали и победители, и побежденные. Как ни странно, немцы достаточно долго не могли определить возможности нового вида оружия. Всего от 20 до 30 танков А7В было выпущено к моменту окончания военных действий. Безусловно, танкам не придавалось серьезное значение в планировании и выполнении наступательных операций, проводимых германской армией с марта по июль 1918 года, которые должны были изменить положение на Западном фронте до прибытия туда американских войск больших количеств. Хотя немцы и применяли танки, 15 А7В были использованы в конце апреля, но они не оказали влияния на исход операции германской армии. На дальнейшее развитие событий большее действие оказала успешная тактика наступлений. Группы солдат просачивались через линии обороны, обходили укрепления и устремлялись в тыл с целью парализовать противника.
Успешное применение этой тактики очень помогло немцам, несмотря на стратегические неудачи в наступлениях на Западном фронте. Позднее тактический успех сопутствовал и операциям с участием танковых сил Вермахта. Союзники перехватили стратегическую инициативу в середине июля, и после этого германская армия на Западе был нанесен ряд сокрушительных ударов, заставивших ее отступить в Бельгию. Британские и французские танковые силы участвовали в нанесении ударов по немцам, и наиболее очевидным их успех стал 8 августа 1918 года. По выражению фельдмаршала Гинденбурга, этот день стал черным для германской армии. Британская армия применила 534 танка в атаке на германские позиции, наибольшее количество за всю войну. Не имело значения то, что лишь 145 из них оставались боеспособными на следующий день, 9 августа. К этому времени боевой дух германских войск упал. Танк занял свое достойное место в последующих воспоминаниях участников сражения. Танк рассматривался как оружие, принесшее победу союзникам. Was to have a profound impact on post-war German thinking. После окончания войны эта идея утвердилась среди германских специалистов. Когда воюющие армии разошлись по домам, с обеих сторон было немало людей, считавших, что Версальский договор, определив ситуацию на ближайшие 20 лет, неизбежно вызовет в Германии желание воевать и мстить. Отказав немцам в наличии генерального штаба и сократив численность военнослужащих до 100 тысяч человек, страны Антанты были убеждены, что уничтожили германскую армию. Генерал фон Цейт, главнокомандующий Рейхсвера, считал, что эти ограничения, наоборот, являются преимуществом для германской страны. Армия может использовать новые прогрессивные методы ведения войны. Собственный опыт подсказывал ему, что будущие успехи за небольшими, хорошо подготовленными, мобильными вооруженными силами, который поддерживает авиация. Возвращаться к старому уже не было никакого смысла. Качественный состав армии можно было обеспечить, ужесточив условия набора, но ограничения Версальского договора неизбежно подлежали нарушению в области создания танков и авиации, чтобы иметь возможность приобретать необходимый опыт. В Рейхсвере не сомневались, что будущее на поле боя за танком было потрачено немало усилий, чтобы как-то изобразить их присутствие на учениях. На базе легковых автомобилей изготавливались подвижные модели танков с резиновыми орудиями. В 20-е годы было заключено секретное соглашение с Советским Союзом, согласно которому Рейхсвер мог изучать строительство и использование танков на советской территории. Два государства совершенно различной идеологии успешно сотрудничали в военной области, приобретая столь нужный им опыт и знания. Одним из образцов танков был ВК-31, легкий танк, который проходил испытания под Казанью. Его построили Крупп и Рейнметалл. В 1931 году генерал Люц был назначен инспектором транспортных войск. Интересуясь танками, он начал оказывать всяческую поддержку Рейхсверу в данной области. Одним из наиболее активных сторонников развития танковых сил был Хайнц Гудериан. Именно его работы послужили основой создания бронетанковых частей. Теперь был нужен лишь соответствующий политический режим, который дал бы возможность воплотить идеи на практике. 30 января 1933 года Гитлер был назначен рейхсканцлером. В основе всей его деятельности лежала идея завоевания нового жизненного пространства, в том числе и с помощью военных действий, если это будет необходимо. Необходимость вращения Германии в великую державу требовала первоочередного развития вооруженных сил. В первый же день своего пребывания у власти Гитлер объявил войну о ограничении Версальского договора. В 1933 году был предложен проект легкого танка. В середине 1934 года прототип Круппа под обозначением Т-1А начал выпускаться промышленностью. Он был задуман как учебный для подготовки экипажей к боевым действиям на Т-3 и Т-4, которые в перспективе должны были составить основу танковых сил. Гитлер посетил армянский полигон под Куммерсдорфом, чтобы увидеть действия мотоциклистов, противотанковой артиллерии, бронетранспортеров, а также нескольких Т-1 уже поступивших войска. Гитлер был впечатлен увиденным. Он заявил: «Вот то, что мне нужно. Вот чем я должен обладать». Он воочию увидел совершенно новый инструмент для ведения боевых действий, для достижения своих целей, без разжигания очередного мирового конфликта.
Гитлер был убежден, что главной причиной поражения Германии в предыдущей войне было напряженное положение на внутреннем фронте. Он собирался построить свои действия таким образом, что когда возникнет необходимость в войне, она будет идти на его условиях, будет быстро и не потребует значительных вложений, что в свою очередь не отразится на уровне жизни людей. По этой причине Гитлер активно поддерживал строительство танковых сил. Военный министр фон Бломберг и главнокомандующий армией фон Фрич полностью поддерживали фюрерову желание развивать бронетанковые войска. В июне 1934 года Фрич назначил Люца генерал-инспектором танковых войск, а Гудериана его начальником штаба. К концу года была сформирована первая танковая бригада, совершенно новое соединение для германской армии. В 1935 году Гитлер публично заявил, что более не собирается терпеть ограничения Версальского договора. В октябре были сформированы три первых танковых дивизии, одна из которых проходит парадом через город, где она дислоцируется, под радостные приветствия у жителей. Танки, которые участвуют в параде, Т-1А. Как только образовались танковые соединения, они сразу же стали объектом пристального интереса со стороны операторов кинохроники. Вы видите кадры с участием Т-1 и их экипажей на танковом фестивале, организованном для укрепления связи армии и народа. Наиболее зрелищным из всех демонстраций на публике стал День Вермахта, организованный во время проходившего в Нюрнберге в течение недели съезда партии. Съемки демонстрируют германскую армию в момент переоснащения. Много вооружения осталось еще со времен Первой мировой войны, а танки авиации являются оружием следующего поколения, время которого вскоре настанет. С политической точки зрения, это событие должно было укрепить связь партии с Вермахтом. В 1936 год стал очень важным годом для нацистского режима и германской армии. В марте Гитлер нарушил территориальные ограничения Версальского договора, оккупировав Рейнскую область. Через 6 месяцев Германия принимала у себя Олимпийские игры. Еще через несколько месяцев германские зрители увидели новый фильм «Здесь, в Вердене». Он впервые открыто показал новую германскую армию на крупнейших учениях после провозглашения Гитлером отхода от соблюдения параграфов Версальского договора. Армия постепенно переходила к новой организационной структуре, в которой главная роль предназначалась бронетанковым соединениям. Армия все еще находится в процессе реорганизации. Наряду с новыми танками Т-1 присутствует кавалерия. Впервые показаны вновь созданные военно-воздушные силы Люфтваффе. В учениях принимает участие Хенкель-46, самолет поддержки наземных частей с крылом парасоль. В начале войны их заменит на более современные Хенкель-126. Для связи Т-1А пользуются флагами, на них еще не установлены радиостанции. К этому времени начала выпускаться более современная модификация Т-1Б. Всего было произведено 818 Т-1. Они будут использоваться в начале военных действий в Северной Африке на первых стадиях кампании против Советского Союза. Интересно присутствие иностранных военных миссий на учениях. Сюда приехали военные атташе Польши, Великобритании, Советского Союза и Греции, чтобы вести наблюдение за тем, как разворачиваются действия. В Париже и Лондоне были обеспокоены быстрым ростом германской армии, хотя на данной стадии развития германских танковых сил они еще не представляли реальной угрозы.
Имитация автообстрела проводится 105-мм полевыми пушками FH-18, разработанными фирмой Rheinmetall, которые появились на вооружении год назад. Через некоторое время к ним присоединились более тяжелые 150-мм К-18, которые стали основным тяжелым орудием германской армии на протяжении всей Второй мировой войны. Кавалерия рядом с танками все еще говорит о том, что процесс реорганизации не завершен. Танки используются не как средство поддержки пехоты, а действуют в массе. Фильм не показывает реально применявшихся тактических схем. Среди другого вооружения, впоследствии постоянно появлявшиеся кинохроники, противотанковые пушки ПАК-35-36 калибра 37 мм, которые в ходе французской кампании получили в войсках прозвище «Открывающих двери». Они весьма удачно справлялись со своими задачами. К тому времени в достаточном количестве имелись Т-2, а Т-3 и Т-4 начали поступать на вооружение танковых частей. Но то, что показали в фильме 1936 года, эти кадры, которые вы сейчас видите, они практически полностью соответствуют состоянию германской армии в 1939 году. На крупных учениях, подобных этим, была заложена основа будущих действий германских танковых сил. Поскольку выпуск средних танков постоянно тормозился по тем или иным причинам, было принято решение о производстве легкого танка весом до 10 тонн. 100 штук было построено после марта 1937 года. Это были две модели, последняя из которых была принята в качестве основы для выпуска нового танка Т-2. Хроника, снятая в 1937 году, показывает танки и пехоту на маневрах в Германии. Радиостанция расположена на автомобиле Mercedes-Benz G3A6/4. Обратите внимание, что все машины покрыты камуфляжной окраской, принятой в предвоенные годы. На темно-сером фоне коричневые пятна двух разных оттенков, нанесенные распылителем. Пока прибывает пехота, гвардии рейских офицера в касках образца до 1933 года готовятся к размещению своих орудий. Радиостанции после установки антенны готовы передавать приказы артиллерийским батареям. Артиллерийский расчет занимается установкой 150-мм орудия КВ-17 на позиции для ведения огня. Орудие стреляло снарядами весом 43 килограмма на максимальную дистанцию 24,5 километра. Танки атакуют. Можем внимательно рассмотреть Т-1Б, который начал выпускаться с августа 1935 года. Цель заменить Т-1А. Наиболее заметная разница – удлиненное шасси, предназначенное для размещения более мощного двигателя Maybach NL-38. Добавлен пятый каток. В остальном модификации очень схожи. У них слабое вооружение и тонкая броня. Retaining the same weak armament and lack of armor protection. Its numerical significance is measured by the fact that it was used by all existing hand units. From 1935 to 1940, они находились на вооружении всех танковых частей. Модификации Б было выпущено 675 штук. В 1937 году их начали снимать с вооружения. Шасси уже использовалось для размещения на нем самоходных установок. Несмотря на это, Т-1 активно участвовал в боевых действиях до 1941 года, когда его стали выводить с линии фронта. Большинство Т-1-х попали в школы подготовки танковых экипажей. В январе 1937 года 80-1 были посланы Гитлером в Испанию для оказания помощи генералу Франко в гражданской войне. Соединение получило номер 88. Оно состояло из добровольцев. Командовал майор Риттер фон Тома. Позднее туда же были отправлены несколько Т-2. Опыт боев показал, что Т-1 уже является устаревшим. Т-2 имел массу недостатков. После Аншлюса Гитлер принимал парад танков, вошедших в Вену, в качестве экспедиционного корпуса. Командир, идущий в первом Т-2, держит знамя дивизии. A
Очередным легким танком стал Т-2Д, который, за исключением точно такой же, что и у предыдущей модели башни, был совершенно новой машиной. 15 марта 1939 года была оккупирована Чехословакия. Немцы получили настоящий подарок, который изрядно облегчал жизнь их собственной военной промышленности. Танки СКД «Прага» и «Шкода» вызвали живейший интерес у германских офицеров-танкистов. Ими были оснащены вооруженные силы Чехословакии, также они шли на экспорт. Без сомнений, полученные вермахтом 469 танков Чехословацкой армии, а также возможность продолжать производство обеих моделей, значительно увеличили военный потенциал страны в последующие два года. В итоге завод СКД продолжал выпускать различную военную технику до самого конца войны в 1945 году. Германская армия приняла ЛТБЗ-38 под обозначением 38Т. ЛТ-35 был основным танком чехословацкой армии. У вермахта он получил обозначение 35Т. Самый большой парад Германии до начала войны был проведен 20 апреля 1939 года, в день рождения Адольфа Гитлера. Он вместе с командующими вермахта принимает парад, который продолжался более двух часов. В нем участвовало много Т-2 различных модификаций, которые шли сами или же перевозились на платформах. Особенно привлекает внимание Т-2Д, часто впадавший в кадр, его перевозит танковый тягач. Через 7 месяцев после съемок практически вся техника, участвовавшая в параде, уже воевала против Польши. В 4 часа 45 минут утра 1 сентября 1939 года германские войска пересекли границу Польши. На острие атаки находились 3195 танков. Хотя быстрый разгром польской армии заставил заговорить о том, что впервые имели место совершенно новые боевые действия, на самом деле поляки были разбиты благодаря применению классической схемы двойного охвата, в которой танки играли важную, но не решающую роль. На бумаге польская армия выглядела впечатляюще. Мобилизации подлежало 3 миллиона человек. Поляки сумели выставить 38 пехотных дивизий, одну механизированную бригаду, 11 кавалерийских бригад, 745 самолетов, большинство из них устаревших, 1134 единицы бронетехники. Сопротивление этих весьма значительных сил было сломлено очень быстро. Наступающие танки были распределены в составе 6 танковых дивизий и 4 легких дивизий. Новые Т-3 и Т-4 составляли незначительный процент от всех бронетанковых сил, участвующих в кампании. 2886 танков были легкими, в основном Т-1 и Т-2, которые уже давно устарели. Многие из них стали жертвами польских 45-миллиметровых противотанковых орудий. Лучше целиться им помогали яркие белые кресты на вертикальных плоскостях германских машин. Позднее их убрали, чтобы не превращать танки в мишени. Thank you.
Однако в ходе кампании выяснилось, что несмотря на то, что некоторым частям, например, 19-му танковому корпусу под командованием Гудериана, удавалось быстро продвигаться вперед, легкие танки несли потери. Гудериан отмечал, что германская армия не рассчитывала начинать войну, будучи вооруженной Т-1. Этот танк был учебным. Гитлер начал военные действия на 3-4 года раньше, чем следовало бы. 112 танков 35Т находились в составе первой легкой дивизии. Они действовали удачно, броня и вооружение хорошо проявили себя в условиях польской кампании. Гитлер несколько раз посещал районы боевых действий с тем, чтобы поддержать боевой дух солдат и лично увидеть результаты сражений вермахта и люфтваффе с польскими войсками. Особенно его интересовало, как проявляли себя танки. На этих кадрах вы видите, как германские танки входят в Краков, а после боя их экипажи отдыхают. На главной площади города собрались Т-1, Т-2, 38Т, а также шестиколесные бронеавтомобили 231. У экипажей появилась возможность прочистить орудие, заправиться, набрать боеприпасов, прежде чем снова отправиться в бой. Короткий перерыв дал возможность экипажам вымыться и хоть немного отдохнуть. Боевые действия в Польше проходили в начале осени. В танках было жарко. Машины экипажа постоянно находились в пыли. Очень скоро после начала боевых действий германские танки были уже недалеко от Варшавы. Хотя основную часть танков, принимавших участие в польской кампании, составляли Т-1 и Т-2, наличие 38Т обеспечило германскую армию танком с вооружением Т-3, но при этом вдвое меньшего веса. 59-38Т находились в составе 3-й легкой дивизии. Наибольшие потери в танках немцы понесли после начала осады Варшавы. Хотя город был окружен, его защитники отказались сдаться. Начались артобстрелы. Было принято решение пустить в город танки. 4-я танковая дивизия, в составе которой находилось 120 танков, потеряла половину всего за один день. Немцы поняли, что уличные бои не подходят для танков. К моменту капитуляции города 28 сентября потери среди германских легких танков были следующими: 89 Т-1, 78 Т-2, 638 Т. Это германские данные, есть и другие, в которых количество танков еще больше. Было совершенно ясно, что Т-1 и Т-2 являются устаревшими машинами. Польская кампания еще не закончилась, а Гитлер уже отдал приказ штабу вермахта готовить наступление на Западе. Предполагаемый срок — конец осени 1939 года. Операция постоянно откладывалась, но германские войска регулярно проводили учения, даже очень холодной зимой 1939-1940 годов, находясь в постоянной боеготовности. В восточных районах Германии лежал снег. Т-1 и Т-2 отрабатывали взаимодействие с пехотой. Противотанковые орудия ПАК-37-36 изображали противника. Оператор также заснял и другие машины Т-3 и Т-4. Некоторым экипажам Т-2 впоследствии очень пригодится опыт действий на снегу, так как в апреле Гитлер решил предупредить оккупацию Норвегии союзниками и ввел туда свои войска.
Окончательно намеченный срок начала военных действий на Западе приближался, и Гитлер не мог выделить достаточного количества танков для операции по захвату Дании и Норвегии в апреле 1940 года. Т-3 и Т-4 были просто на вес золота, и для поддержки немногочисленным легким танкам в составе 40-го танкового батальона в Дании были отправлены 3 машины Нойбау-Форцоги, а также 15-38Т. После капитуляции Дании танки оказались в Норвегии. К ним присоединились еще Т-1 модификации А и Т-2. Их использовали для поддержки пехоты, сражавшейся с британскими и французскими войсками. Хотя французы применили несколько легких танков Рено, чисто танковых сражений не произошло. 38Т возвратились в Германию еще до того, как закончилась кампания в Норвегии, с тем, чтобы участвовать в боевых действиях против Франции. Shortly before sunrise, 10 мая 1940 года, рано утром, перед восходом солнца, все самолеты Люфтваффе, находившиеся на западе, поднялись в воздух и начали действия против аэродромов и других объектов на территории Голландии, Бельгии и Франции. Их появление было совершенно неожиданным для противника. 300 самолетов были уничтожены на земле. Атака с воздуха являлась лишь началом давно ожидаемого наступления на западе. К нему готовились и предполагали, что основной удар будет нанесен по Голландии и северу Бельгии. Верховное командование союзников считало, что немцы, на что немцы очень надеялись, старались продемонстрировать, что все будет именно так, что Гитлер ведет войска в Бельгию с севера, и вдоль германской границы будет стремиться на север Франции. Это будет тот же план Шлиффена, но датированный 40-м годом. После бомбардировщиков появились транспортные Юнкерс 52, которые сбрасывали парашютистов на территорию Голландии. Также десантники на планерах атаковали фортификационные сооружения в Бельгии. Для офицеров контрразведки союзников массированная высадка стала подтверждением их последних предположений. Вскоре подошли подкрепления части германской группы армии Б под командованием фон Бока, в составе которой находились 3 танковые и 23 пехотные дивизии. Они пересекли границу Бельгии и Голландии. В такой ситуации голландская и бельгийская армии предпочли отступать и ожидать подхода союзных войск. 18-я германская армия вошла в Голландию. На юге 6-я армия продвигалась на территорию Северной Бельгии. Союзники даже не подозревали, что все эти операции проводились для того, чтобы заманить их в Бельгию. Готовилась ловушка. На следующее утро союзники ввели свои части из Северной Франции в Бельгию, выдвигаясь вдоль реки Дайл. Французская стратегия была пассивной. Она не предполагала атакующих действий. Планировались лишь блокировать германские войска на территории Бельгии и не пустить их в Северную Францию. Дороги, ведущие на север, были забиты британскими и французскими войсками и техникой. Генерал Монтгомери, командующий 3-й дивизией, откомментировал это так. Все двигалось как заводное. Союзники вводили в Бельгию многочисленные войска, которых было более чем достаточно, чтобы отразить ожидаемое наступление немцев в северной части страны. Находясь в полной уверенности, что немцы не способны организовать еще одно наступление в другом месте, они оставили без прикрытия район Арден, посчитав, что лес является непроходимым для танков. И никакой опасности на этом участке не существует. In
For Hitler in his forward headquarters, news of the Allied movement into Belgium was one of the crowning moments of his life. He was later to recall that when the news came that the enemy was advancing along the whole front, I could have wept for joy. They fallen right into my trap. Although not the originator of German operations, правда, идея принадлежала не самому Гитлеру. Он сумел своим предложением Манштейна нанести главный удар на юге через Арденны. Пока Гитлер вместе с Кейтелем и Йодлем склонился над картами, танки шли через Арденнский лес к Маасу. Именно здесь германские войска наносили свой основной удар. 7 танковых дивизий под командованием фон Рунштетта совершали бросок к Маасу. Захватив переправы, они могли на полной скорости продвигаться к Ла-Маншу, отрезая союзные войска, находящиеся в Бельгии, от территории Франции. Этот удар был решающим и обеспечил победу над союзниками на Западе. Преодолев Арденнский лес, германские танки просто смели незначительные французские силы, там находившиеся, и устремились к реке. 38-й и 7-й танковые дивизии Роммеля вышли к Маасу 30 мая. На юге 19-й танковый корпус Гудериана прорывался к реке у Седана. Вся ставка операции была сделана на танке, и если рассмотреть их состав, получается, что из 2574 танков, участвующих в кампании на Западе, 1478 были весьма устаревшими к тому времени Т1 и Т2, 334 чехословацких 35Т и 38Т, и лишь всего 627 Т3 и Т4 могли противостоять французским Самуа С-35 и 1Б. Для танковых сражений германские машины уступали французским. Кроме того, у союзных танков было количественное превосходство. Таким образом, ключом к успеху в этой кампании были не танки, а характер боевых действий. При мощной поддержке пикирующих бомбардировщиков «Штука», обрушившихся на противника, Гудериан форсировал реку. Роммель тоже находился на другом берегу. Оба генерала смогли переправить максимальное количество техники. Танки грузились на плоты. В некоторых местах они переправлялись самостоятельно, велись строительные работы. Четвертого и пятнадцатого мая Гудериан получил приказ фон Клейста остановиться. Он протестовал и требовал дать ему возможность наступать дальше, не дожидаясь пехоты. Гудериан считал, что достигнутое превосходство очень легко упустить, если топтаться на месте. May, 16 мая Гудериан получил приказ продолжать наступление. 17 мая его снова остановили.
Нет кадров кинохроники с участием 35Т во время французской кампании. Их было всего 143 штуки в составе 6-й танковой дивизии, которая форсировала Майе-Сумонфер 15 мая и находилась в составе 15-го танкового корпуса Гота. Впереди танков в воздухе находились штуки, обеспечивающие поддержку и пикировавшие на любую цель, которая могла приостановить движение германских танковых колонн. Почти вертикальное пикирование и душераздирающие вой сирен оказывали сильнейшее психологическое давление на противника. Эффект был ничуть не хуже, чем от сбрасываемых бомб. Вклад пикирующих бомбардировщиков, действующих вместе с танками, в германскую победу был решающим. Этот 38Т был одним из 88 участвующих в наступлении в составе 7-й и 8-й танковых дивизий. 16 мая германские части на максимальной скорости шли по равнинам Северной Франции к Ла-Маншу. Гудериан писал: «Мы на открытой местности, солдаты уверены в том, что мы своим прорывом одержали окончательную победу. Везде деморализованные остатки французских частей начинают складывать оружие. У многих на губах слово «измена». Три дня назад произошло первое танковое сражение в этой кампании в Бельгии, когда 3-я и 4-я танковые дивизии состава 16-го танкового корпуса столкнулись с французским механизированным кавалерийским корпусом. Бой показал, насколько же разные противников тактические методы использования танков, и выявил серьезные ошибки, которые привели к поражению союзников. Рано утром 13 мая две танковые дивизии повели штурм французских позиций. Одновременно впереди в воздухе находились пикирующие бомбардировщики, и велся артобстрел. Французы применили в значительном количестве танки Самуа С-35, считавшимся одним из лучших средних танков своего времени. Хорошо вооруженный и надежно защищенный, он превосходил любой из германских танков, ему противостоящих. Поддерживали их легкие H-35 Гочкес. Французы, в соответствии с своей системой использования танков, распылили свои силы между занявшей оборонительные позиции пехоты. Немцы, соблюдая правила массированного танкового удара, предложенного Гудерианом, атаковали французские позиции. Маневрируя на высокой скорости, они обошли опорные пункты обороны и ударили по позициям с флангов и тыла, чтобы изолировать их и не дать подойти подкреплениям. За танками шла пехота. В 17:45 германские танки преодолели оборону противника. Французский командующий приказал отступать. Французы потеряли много танков. Преследующие их немцы быстро подавляли сопротивление отдельных частей. На своем пути они встречали много подбитых и брошенных машин. 15 мая генерал Винкельман, главнокомандующий голландской армией, отправился к немцам с предложением капитуляции своей страны. Этот день стал очень важным для союзников. Уинстон Черчилль, всего 5 дней находившийся на посту премьер-министра, был разбужен рано утром телефонным звонком французского премьер-министра Поля Рейно. Французы наконец осознали, какую опасность представляют для них германские танковые силы после форсирования Мауса, рвущиеся вперед на север Франции. Французы находились в панике. Рейно объявил Черчиллю, что битва проиграна. Абервиль на побережье Ла-Манша был достигнут в 8 часов вечера 20 мая. Англо-французские войска, находившиеся в Бельгии, оказались полностью отрезанными от Франции. Давление германских войск на союзников, вступавших к побережью, усиливалось. Танки Гудериана направлялись к побережью Ла-Манша в район Дюнкерка, встречая ожесточенное сопротивление англичан.
Немцы не верили, что англичане сумеют эвакуировать свои войска по морю. Геринг убедил Гитлера, что Люфтваффе сумеет нанести удар по Дюнкерку. Гудериан получил приказ остановить танки, когда город был должен пасть. Это лишило германские войска полной победы. Импровизированная эвакуация британского экспедиционного корпуса, получившая наименование «Динамо», началась 26 мая. В этот же день Гитлер понял, что совершил ошибку и приказал взять город. В течение последующих 9 дней происходили жестокие бои. Войска в обороне удерживали позиции, отбивали атаку за атакой. На небе над побережьем самолеты Люфтваффе пытались помешать эвакуации войск. Им противостояли королевские ВВС, которые сумели в течение 9 дней подбить 176 вражеских самолетов, потеряв при этом 106 своих. 31 мая 68 104 союзных солдата были эвакуированы по морю. Последние ушли в ночь на 2 июня. Всего 338 226 военнослужащих были спасены. Они вернулись в Британию, чтобы стать основой для будущей армии. Правда, им пришлось оставить всю технику, как и французам, чьи войска также были эвакуированы. Союзные войска в Бельгии были уничтожены. Гитлер мог заняться сведением счетов с Францией. Вторая фаза германского наступления началась в 4 часа утра в понедельник, 5 июня. 43 германские дивизии продвигались вперед по фронту шириной 220 километров. Маршал Веган, новый французский главнокомандующий, надеялся сдержать германское наступление силами 49 дивизий, дислоцирующихся вдоль Соммы и в низовьях Эйна. В течение одного дня немцы сумели прорвать французскую оборонительную линию. Штуки пикировали над противотанковые укрепления и оборонительные сооружения. На следующий день 7-я танковая дивизия Роммеля прорвалась вглубь французских позиций почти на 60 километров за линию Соммы и находилась всего в 40 километрах от Руана. На востоке германские войска форсировали Эйн и подошли к Суассону. Тяжелые бои продолжались в течение нескольких дней. Произошли танковые сражения, в которых немцы находились в невыгодном положении из-за устаревшего вооружения, которое они не могли использовать, так как уже привыкли ранее. 10 июня германские части, форсировавшие реку, встретились с французскими танками, среди которых были 1Б, одни из самых тяжелых танков того времени. Они нанесли значительные потери слабо защищенным Т-1 и Т-2. 37-мм противотанковая пушка ПАК-35-36 ничего не могла поделать. Бронебойные снаряды просто отскакивали от лобовой брони французских танков. Толщина ее достигала 60 мм. Гудериан, который принимал участие в сражении, позднее вспоминал, как танк 1Б безуспешно пытались подбить захваченный французской 47-мм противотанковой пушкой. Снаряды отлетали от его мощной брони. 37-мм и 25-мм орудия тем более не могли действовать против этого танка, поэтому германские части несли тяжелые потери. К северу от Ретема французские танки подбили 100 германских машин. Правда, отдельные успехи, достигнутые за счет технического превосходства французских танков, не могли изменить общей картины. Немцы продвигались очень быстро. Кроме того, на этой стадии боевых действий зачастую уже они имели количественное превосходство. Скорость наступления можно оценить по тому, как они захватывали города. 17 июня 29-я моторизованная дивизия под командованием Гудериана подошла к Панталье на границе со Швейцарией. 18 июня Манштейн захватил Лимон, а Роммель Шербург. 19 июня 15-й танковый корпус Гота вошел в Брест. 20-го пал Лион. В город вошел 16-й танковый корпус.
Основной целью был, безусловно, Париж. Французское правительство объявило открытым городом. 87-я пехотная дивизия вошла в город 14 июня. Более 2 миллионов парижан оставили столицу. Большинство оставшихся предпочло не выходить на улицы, чтобы не видеть, как победоносная германская армия входит в Париж вот уже во второй раз за последние 80 лет. Финал наступил очень быстро. 22 июня, в субботу, германские и французские официальные лица подписали капитуляцию в Компьене. Кампания во Франции была окончена. Германской армии понадобилось всего 3 недели, чтобы нанести поражение Югославии и Греции в конце весны 1941 года. 6 танковых дивизий участвовали в кампании на Балканах. В эпизодах кинохроники впадаются Т-2, но Т-1 уже нет. После войны во Франции было принято решение больше не использовать Т-1Б. При почти полном отсутствии танков у противника и слабой противотанковой обороне, Т-2 проявлял себя вполне пригодной для боев машиной. Гитлер серьезно недооценил военный потенциал Советского Союза и решился напасть на него, имея в составе своих танковых сил большинство все тех же легких машин. Из 3332 танков, подготовленных для участия в операции «Барбаросса», 410 Т-1, 746 Т-2, 623 Т-38Т и 149 Т-35Т. Но легкие танки одерживали блистательные победы в начале военных действий, но постепенно потери среди них увеличивались. Еще в Испании 3 года назад броня Т-2 пробивалась 45-мм орудием советского танка Т-26. Среди применявшихся в этой войне танков были огнеметные Т-2 на базе модификации Т-2Д. Они плохо показали себя и были отведены с линии фронта в марте 1942 года. Последней модификацией Т-2 стала F, которую начали выпускать в марте 1941 года. Ее принципиальным отличием стала плоская броневая плита на передней части корпуса. Устанавливалась командирская башенка. 20-миллиметровое орудие Т-2 удачно действовало против таких же легких советских танков. Броня Т-26, Т-38 и Т-60 пробивалась достаточно легко. Наиболее удачной модификацией Т-1, находившейся на фронте, уже после того, как основная масса этих танков была выведена из состава танковых частей, стала командирская. В 1941 году Т-1 был уже совершенно устаревшим и не мог считаться полноценной боевой единицей. Большинство этих машин теперь использовали в той роли, ради которой они были построены, учебных танков. Т-2 и Т-3 использовались на севере Финляндии. Этот театр предъявлял очень высокие требования к технике. Условия были крайне тяжелые для любых машин, находившихся там. Через несколько недель после начала действий плана «Барбаросса» германские войска продвинулись вглубь советской территории на значительное расстояние, окружая части Красной армии, подтверждая заявление Гитлера, что война закончится на западном берегу Днепра. Взаимодействие танковых частей с разведывательной авиацией, самолетов типа «Фюрершторм» приводили к мгновенному уничтожению любых замеченных очагов сопротивления. 5 из 17 дивизий, участвующих в плане «Барбаросса», были оснащены танками Т-38Т. Воевать в России было гораздо тяжелее. Не менее 76 Т-38Т были потеряны в течение первых 6 месяцев кампании. 159-35 в составе 6-й танковой дивизии вошли на территорию Советского Союза 22 июня 1941 года. 6-я дивизия находилась в распоряжении группы армий «Севера», участвовала в наступлении на Ленинград. Дивизия была выведена с линии фронта и отправлена в группу армий «Центр» для участия в операции «Тайфун» в наступлении германских войск на Москву. 6-я дивизия понесла значительные потери. 35-е плохо действовали в холодную погоду. Последний из 35-х Т, получивший прозвище «Последний Антон», был подбит 10 декабря 1941 года. К тому времени 6-я дивизия оставалась дивизией лишь на бумаге.
В середине сентября большинство танковых дивизий состава группы армий «Север» были передислоцированы южнее для участия в операции «Тайфун». 4-я танковая группа Гёбнера была отведена с линии фронта почти у Ленинграда. 30 сентября во вторник немцы начали наступление на Москву. Первый снег выпал через неделю. К концу февраля 1942 года зимнее контрнаступление советских войск постепенно теряло силу. Линия фронта стабилизировалась. Иногда немцы предпринимали наступление местного значения для повторного захвата отдельных деревень. Действовали небольшие группы, в составе которых находились 38Т, командные танки и поддерживающие бронетранспортеры. В начале кампании 38Т составляли примерно 1/4 всех принимавших в ней участие танков. Боевые действия вывели из строя планирование достаточной мощности вооружения этих танков. Их было еще много, и участие в летней кампании становилось очевидным. Тем не менее, они могли более использоваться в качестве основных боевых машин. В конце февраля 1941 года германские войска прибыли в Северную Африку. На вооружении находилось достаточно легких танков Т-1 и еще больше Т-2 в составе 5-й легкой, а позднее 15-й танковой дивизии. В составе африканского корпуса находились преимущественно Т-2. Из 249 танков в распоряжении Роммеля во время британского наступления в ноябре 1941 года было не менее 75 Т-2. Потери среди них были велики. Тонкая броня, максимальная составлявшая всего 30 мм, легко пробивалась британскими двухфунтовыми орудиями, установленными на танках «Крейсер» и ранних модификациях «Крусейдера». Его 20-мм орудие не могло наносить серьезных потерь противнику. Тем не менее, на широких просторах пустыни Т-2 отлично действовал в своей основной роли разведывательного танка. В начале 1942 года Гитлер приказал использовать шасси 38Т для производства самоходных орудий, и все равно в составе танковых частей на Восточном фронте оставалось достаточно этих машин, чтобы попадать в кадры фронтовой кинохроники. 38Т в составе 2-й танковой дивизии принимали участие в боях против советских войск в мае на Керченском полуострове. Потом Т-2 и 38Т находились в составе 500 танков, действующих в ходе операции «Голубая» в германском наступлении на Кавказ и Сталинград. На демонстрируемых кадрах они идут через цветущую степь в направлении Ростова-на-Дону. Съемки сделаны в июле 1942 года. Последние кадры с участием Т-2 в боях были сделаны в составе танкового корпуса СС в феврале 1943 года. После этого уцелевшие Т-2 и 38Т были задействованы уже по-другому, как, например, на этой фотографии в качестве командного танка в составе подразделения самоходных орудий «Хуммель». Хотя к концу 1942 года танк 38Т был уже устаревшим. Он использовался во втором эшелоне для борьбы с партизанами. Часто его устанавливали на платформу бронепоездов. Многие были отведены в тыл и наряду с Т-1 использовались в качестве учебных в составе национал-социалистического моторизованного корпуса НСКК. Он принадлежал партии, являлся полувоенной организацией, проводившей подготовку новобранцев для танковых и механизированных частей. Занятия включали в себя обучение вождению и обслуживанию машин. С 1943 года к ранним моделям легких танков присоединялись более поздние модели Т-3 и Т-4. Все они использовались без вооружения. Обращение с ним входило в подготовку уже в составе армейских подразделений после того, как кандидаты заканчивали обучение в НСКК.
issued to the armored reconnaissance detachments of panzer divisions from September 1943 onwards, the Panzer II Lynx was a rare vehicle, 100 being built from an original order of 800 machines. Production by the Mann Company lasted just 5 months, being discontinued in January 1944. The 100 они были вооружены 20-мм оружием. Последующие 700 планировалось вооружить 50-мм. Впоследствии разведывательные танки начали производить на шасси устаревшего 38Т. С февраля по март 1944 года их было построено 50 штук. Единственные кадры с участием разведывательного 38Т в бою сняты в Польше в январе 1945 года. The final encore of the light panzers on the newsreel came in late 1944, when Joseph Goebbels, the propaganda minister, inspected an honor guard of the Panzer Corps Deutschland in Berlin. Three Panzer IIs were present as symbols of its status as an elite tank unit.